все эти страны, они согласны с США, что Иран – это самая дестабилизирующая сила на Ближнем Востоке. Тут в какой-то степени. Но поэтому я вам напомню, это будет, что президент это будет, Турции да, сказал, хорошо, граница с Ираном и Турцией была нарисована тогда, когда Соединенные Штаты не существовали. Хорошо, ты можешь проблемы помочать, между Турцией и Ираном. Убери микрофон у этого идиота. Мы будем решать без помощи Соединенных Штатов. Это так, на заметку. Это что, турецкий базар? Я не понимаю. Нет, это российское телевидение. Это диалог. Майкл, привыкайте. Говорить, Майкл.